Там, где обычно находился зрительный зал, плещется море. В глубине сцены 60 стульев. А между двумя непредсказуемыми стихиями, водой и публикой, вновь открытый остров, который уже заселили актеры и их 6 персонажей. Песок как настоящий, по нему можно даже прогуляться босиком, как по пляжу, или приплыть на остров, как это делает героиня Ольги Редько. Да, я вообще замечала, что очень много спектаклей, очень много премьер, не случайно в моей жизни, практически все выходят в то или иное время в моей жизни, отвечая на те или иные вопросы, которые именно сейчас в моей жизни актуальны. Поэтому Ольга Редько, женщина, бегущая по волнам, и мечта некоего мужчины, наверное, сейчас это для меня лично актуально. Вот он, главный герой спектакля, помещается на ладошке. Зовут его Утюг, кукольный для глажения одежки для детских игрушек. Стоимость 20 тысяч евро или более 800 тысяч рублей. Именно столько по пьесе предложил респектабельный англичанин-коллекционер за этот раритет. Но герой спектакля Саша, он же гладильщик, отказался. Почему? Ответ даст премьера. Слава богу, меня никто таким образом не соблазнял. И поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Пока, к сожалению или к счастью. У меня были разные ситуации в жизни, когда мне давался выбор тот или иной. Я выбирал тот или иную сторону. За какой-то выбор мне стыдно, за какой-то выбор я горд. И поэтому на этот вопрос сейчас я ответить не могу. Вот как только мне предложат 840 тысяч рублей или 20 тысяч евро за какую-нибудь вещь, чтобы пришлось поступиться какими-то принципами. Я вас обязательно вам об этом расскажу, о своем выборе. Вот, машину новую покажу. Быть или не быть, тварь я дрожащая или право имею, человек я или кто? Каждый из нас, каждое мгновение судьбы делает выборы, большие и малые, которые одинаково влияют на нашу судьбу. Спектакль «Утюги» и об этом тоже, а еще о любви, которая нечаянно нагрянет и заставит совершать поступки, или просто задуматься о себе же. Успешный, богатый, и все у него хорошо, а тут вот жизнь. И потом вдруг понимает, что... То, что вот он успешный и богатый, это, наверное, ну вот не главное в жизни. И не главное, что у него коллекция, и он там весь такой классный, весь такой. А, ну вот что-то другое главное, а что? Вот что-то такое вот в нашей жизни, в этой неустроенной, есть что-то главное. А там нету этого главного. Вот, наверное, моя роль про это. Первых туристов новый остров под названием «Утюги» примет в воскресенье на премьере постановки, когда чугунные одухотворенные персонажи пройдутся по складкам душ, мыслей и чувств. Аркадий Кемеев, Людмила Казаченко, Станислав Грушевский. Новости моего города.